Че, бафер сел, короче. Поставьте рыбу, хай. Рыбу поставил. Друиды, баф, будет, нет. Даю проверку на баф на пол. А, не дам. Япончику систо дай. О, цинь в танке, да? Да. Рыбка, ребят, я с вами на скрипте не был. Вкратце по тактике. Стоим в одном месте, лупим, блядь, потом после, типа, луча водомёта. Бьёшь босса на водомёт, ныряешь под воду. Ну понятно, а потом когда ты раз ныряешь в трэш. Ходит под воду, играешь по трэшу, и потом снова по боссу. Всё, поехали. Перед лицом трэш только не стой. Ловить. На луцине трэш на... Луцинь на боссе? Я там где-то подстрахую. Зомби в воде не спами. Ну да. Че там с напулом? Давайте активно. Хороший вопрос. Зеры не было, кстати. Шаманы ракухи. Я пошла шамана, не знаю, куда гер давать. Че дать? Давай. Дала. Не я. Ну ладно. Все кроме меня.
Я прист вообще, у меня нет Геры, все нормально. О, да. Что такое, даже днем теперь лаги. У меня один такой, у всех так лагает. Скажу, у меня сейчас пинг 600. Когда это все происходит не на Ларе, роботе и звездочете, уже пофиг. А это будет происходить на Ларе. Потому что все сейчас дома сидят. Ну чё вы, блядь, не прыгаете? Всех ушит интернет. Вы увидели, что там уже хуйня у босса. Моба, трэш. Чё началось-то? Началось то, что, блядь, люди не прыгают. Трэш убивает людей клевом. Плюс этот. Надо хилить, никто не. Да почему не хилится? Появится просто другой. На ручку пояс неплохой луч. Так, стоим на месте. Да, большой этого. Хейстер. Сколько сова меткости? 11 собирает, да? А, меньше, там талантов, по-моему, 4% дают. 10 или 9 даже. Чтобы меньше вероятности было упасть. Хорошо. Я могу бить.
О, Мозер зашел. Сколько там, по 300 начисляет, да? За всех по 300, кроме Вайши. Угу, я помню. А за приход был? Да. Потом уберите шамана. Опять сова рейд положил. Ебать, это я тупой. Ебать. Большой вылез.
А гримар, он как Долоран не делится на две реальности типа? Нет. Там единственное, эти столбы появляются в построении. Долоран и некоторые Локи Нордсхолла только делятся. А как Долоран работает? Вот это деление. Просто случайно. Части поделены и в разных просто, ну как в разных этих локах. Как параллельные миры, можно сказать. Ну понял, а вот, например, челика не видишь иногда, что-нибудь продает. Да. В клоаку да, прыгаешь, пати. И ну, там понятно. Для всех одинаково. Возвращайтесь обратно к боссу, куда вы дальше идете? Зачем? Да, так, пропустить хотели. Увлеклись просто сильно. Клоаки, говоришь, одинаково, да? Ну или ты просто пойдешь. Да, клоакадно. Ты же заходишь, как инст прогружается. Уразелины Пэт сагрил моба. Сука он. Поэтому подбегайте. Че, начинаем? Нет. Два тела вдох. Нет. Это босс. О, там один остался стоять. Не сагрились. А у вас не получится не начать теперь. Нам либо всему рейду упасть из-за двух мобов, либо их бить. Давайте БРнем просто и все. Кого? Пол рейда? Так, два человека тела. Только умерло. Че, ресить, нет? Ресить ничего делаю. А где гея? Че? Ну рисую Розелину тогда. Грудхара кто-то рисит. Дайте рыбак тогда. Есть Нитивара еще кто-то? Вихрь. Кто сагрил? Розелина, блядь. Еще раз прям слышал. Розелина, мой пэт сагрился на мобов, которые стоят у босса. Чего это не отбегать? Убегать уже не надо, не анкл, рей. Геро. Куда отбегать? От вихря. В Вайжене, 100%. Мне не наносится ни хрена. Другой вопрос, почему напулов не было, когда он вышел? Тебе вопрос. Ну, так я его кинул и сдох. Как под напулом рога может сдохнуть? Думаешь? Обычно. Не так. Разделение 500 и этим по 200. Остальным на пульчика минус тогда тоже оформим. Они либо линканите не... в чат на пулы. Они не сдохли, в отличие от тебя. Ну так потому что они не дамажат. Ну правильно. Пак, беса не убил. Вообще, вот, в смысле. Вот еще один. Еще 250. Вихрь. Я пока не танчу, могу резать. Не надо порезать. Это же. Чё согрался? Пупашки не дашь? Помогай ему забирать, бро. Yeah.
Удобно, кстати, зомби его бьют, стоит, взрываешь. Что у нас с магом? Так, монстр, заходишь? Рэй, а тебе на какой успех? Да мультика хотел собрать. Если там кому-то надо, отдавай любому другому человеку. Я, если там, только никому не надо. Там только Настя.
Отдавай вперед. Я ролю только, если никому не нужен. Пусть берет, конечно. Я просто мутика хотел протестить, но потом. Лёх, ты тут? Отдал. Да, здесь. Кому там что начислять? Ну, всем, кто подох по 250, Розелине 500 за полбосса. Ну, Розелина, понятно. А дальше кто там? Кирс вылетел, я как понял. Рога, Элрей, сдох от Переагра. Кто там еще один сдох? Разгнома я убил, малышка. А, нямка. То есть Элрею, Кирсу и нямке по 250. Да. Я еще всем друидам по сотке дам, потому что лапы так и не было. И все еще нету. Вообще висит как бы. Ну, лапа была. А мне дали БР, баф не обновили. Бой закончился, бафа так и нету. Кто-нибудь озвучил хотя бы или баф дать? Это надо озвучивать. Как бы тот, кто БРит, дает сразу же ребаф. Разведитесь. Почему я играю палом, блядь, сам отслеживаю трупы и бафаю их? Опасно. Не, ну, сложно, ну, надо нажать, когда вы людей... Или это надо озвучить? Меня два раза этот моб брал, я пока бил, пока то все. Ты понимаешь, вагу повернули, блядь, начало пула. Бля, пиздец, ну... Сначала пула самого, блядь, бэрнули, вот, блядь. Бля, ну, Лёх, я, конечно, все понимаю, я не этот, но коту, как бы, сложно из формы прыгнуть, этот, это несколько действий. Это не одна кнопка. А танку-то за что? За друидство. Ясно. Ну что, братцы, друиды, я с вами. Не, просто обновить, блядь, лапу, ничего сложного. Отбежал, обновил, прибежал, блядь. Даже котом, даже мишкой, вообще похер кем. Осторожно, рейндж наберите. Короче, надо создавать чаров, которые не дают ни бафа, ничего, и которые самые бесполезные. Не, ну, блядь, это реально вот бред, пиздец. Вот, Сэнь, ты босса держал, да? Да. Войт, а ты? Я все ебал. Вот смотрите, сколько друидов, блядь, и ни один человек с друидов не мог дать баф. Ну кто вот бэрил серебро... тебя? Кто тебя бэрил, Вага? Не, ладно, а почему все друиды страдают? Вот, например, один друид бэрит, а пять других просто, не знают, то, что бэрили. Просто сагрили босса, да просто сагрили босса, и когда резали, не дали баф, вот и все. Там бить не бить, блядь. Стали бить босса, дальше забили. Ну не дали, забили, а стук кулак-то дали. Ну что, ладно, давайте отталкиваться от другого. Например, 6 друидов, да? Один, блядь, из этих 6 бафы. Бафы. Все, что теперь сусоли здесь? Тот, кто ресал, тот пускай дает баф, потому да, что другие 5 друидов, дать, например, блядь, не знают. Разойдитесь, там опять заразный. Коронавирусом не... своим, блядь. Как ты узнал? ГП что, и ГБ рассосется ваше пули, ГП пули, в конце пули? Недели. Заткнись. Пули. Ну, скажешь, когда. Чё за кипиш такой за сотки? Это не 250. Я не знаю, ничего страшного. Блять, даже та же самая сотка может решить. Всё, пули, наверное, порез. Надо возвращать старые времена, походу. Я за 8к... за 8к меньше ныл, чем вы за сотку сейчас. Да дело сейчас уже просто тупо не в сотке идет. Дело в том, что впадло нажать одну кнопку. Ну, блять, но человек, который играет классом, который что-то бафает, он сам должен отслеживать рейд.
Даже если фреймов нету, блядь, но видно, кто кого поднял. Это можно такой... выделить цель точно и поднять. Точнее, бафнуть. Ничего сложного. Понимаешь, ладно, если лапа бафалась точечно. Она бафается вообще, типа, нажал и по всему рейду сразу. Типа, паладину надо выбрать. Ну ладно, давайте отталкиваться от другого. Вот один друид, который блэрит, пускай он и дает лапу. Потому что, к примеру, у нас 6 друидов, один блэрит. Пятеро других не знаю то, что даст он лапу или нет, потому что блэрит один друид, а пятеро других друидов, они не в курсе, что кого происходит. Ну, значит, жми лапу. Даст он лапу или нет. Просто значит, по КД, бафы. По КД хуярь просто. Ну вы же видите свои бафы, надеюсь. Лапа обновилась или нет? Там же обновляется. Только не вздумайте ко мне подойти. Там же обновляется ваш баф же. Если даже другой друид бафы, ваш баф обновляет. Ну, во время пула, вот я так думаю, то что с бафом мало кто смотрит. Все смотрят за бафом и ДПСом своим. И еще раз, если ты играешь классом, который что-то бафает, ты именно должен отслеживать свои бафы. Вот почему, допустим, этот? Почему он Денчик с Ураской, блядь, все полностью делает заебись? Отслеживают, бафают. Лех, причем... ну разные ситуации бывают. Причем, понимаешь, причем у них, блядь, этот, типа, баф дается на класс, а не на весь рейд. То есть, грубо говоря, если они дают там, блядь, по вару, то они дают только по вару баф, а не по всему рейду. Ладно, ну у них, вот к примеру говорю, у них, к примеру, стоит аддон паловский, вот этот, который отслеживает. Я не знаю, есть ли такой же аддон у друидов. Есть. Это такой же. Что там, может ходить? Любой друид должен играть с фреймами. Ну, нормально друид, правильно? Не знаю, я по друидам кулак бафа, поэтому нет НПК. Подходите, бейте, что вы покажете? Типа, любой друид, себя уважающий, будет играть с фреймами. Почему? Ну, да. Потому что друиду надо и нера кидать, и бэрить кого-то. То есть любого друида есть, блядь, фреймы. Потому что без них никак на друиде не поиграешь. Конечно. Что мешает на фреймы записать лапу? Ну, да, я тебе говорю, Лех, вот касаемо, я не говорю за всех, я касаемо тебе говорю за меня. Вот смотри, я просто когда бил босса, 2 раза на меня кидался моб, я еще успел залить инер, и пока я еще этот, поддерживать ДПС. И пиздец, вот прям все должен человек успевать, да, и учитывая, что, блядь, энергии вообще практически нету. Вот смотри. Если вы не бафнете человека, которого вы подняли... Не, я понимаю, к чему ты. Я тебе просто объяснил, что в некоторых ситуациях бывает по-разному. Я вот, допустим, лично сказал за себя. Я не успел ни кинуть ничего, потому что я объяснил, что я делал. Вот, допустим, смотри. Я тебе привожу пример просто. Вот, блядь, далеко не надо ходить. Вон, пошли банально это, на джайну. Ты поднимаешь человека, допустим, на джайне. Если ему бафов не дашь... Он сразу же, блядь, против. Он сляжет, я с тобой согласен. Я про это ничего не говорю. Я тебе касаемо, что ситуации по времени. Я тебе объяснил вот свою ситуацию. Почему я считаю, что я не успел дать. Да ладно, вот забей. Микрофон был отключен на роботе, но я не знал. Я пол боя робота бил, блядь. Пол хп робота без бафа вообще. Ладно, давайте тогда отталкиваться от другого. Танки. Вот танк друль, он танчит босса. Чтобы ему кинуть лапу, это надо выйти из формы. И начинается вихрь, босса танчить того, не надо. Прожал баф, и чё, и все. Весьма от того, он потерял там всю свою ярость и все свои, к примеру, прожимки. Ему все равно, да, выходить, например, из мишки и бафать лапу. Дед, вы мне сейчас говорите про... Какая ярость? Босса есть вихрь, когда его вообще танчить не надо. В этот момент форма. Можешь, блядь, иннер даже закинуть. А форма демона чё? Когда босс в форме демона, его танчить надо? Там тоже не надо. Ну, я привел пример ближайшую ситуацию с вихрем.
Неужели? Я объясню, короче, это никому не в обиду, но мне кажется, чисто мое мнение, что соло и бревнам гораздо проще дать тот же самый ебучий баф. Это сугубо мое мнение. Понимаешь, настолько все печально, что за 7 минут боя, за 7 минут боя, никто не смог секунду найти, чтобы бафнуть. Секунду, чтобы бафнуть, надо потратить. 7 минут боя. Сколько секунд? Да хуище. Одной секунды просто сложно уделить, чтобы дать баф. Вы сейчас сусолите, я напоминаю, за 100 гп. Напомни им, когда мы трайлили час ауди еще. Когда у нас сколько там? По 5 кгп за каждый косяк. Блять, да у меня было за РС, знаешь, сколько гп? Не, у нас чемпион был в раз, 4000 получил, по-моему, да? У меня был чемпион я. Чемпион получили по 32 тысячи. Чемпион, блядь. Это я еще зашел, когда уже 4к дал. Я не получил бы стоп. Там же лесенка была. Ладно, слава богу, видимо, я эту лесенку не застала. Я застала более простые лесенки. Это было 90-е, мы списали. Там ауди было 32к гп, по-моему, мы списали тогда. Просто что не будет до вечера, уже заходит в игру. Вам проще договориться, кто будет баф давать, все, чтоб не было такого говна. В чем договориться? Видишь, бафа нету, кинул лапу еще. Ну, я еще раз повторюсь, что вот видишь, это сугубо мое мнение, но совам и бревнам гораздо проще дать этот ебаный. Что он не может отслеживать, ну, да, конечно, проще. Бафы, дебафы, не может он отслеживать, он же говорит тот. Даже на F1 поставил его. У меня 150 реагентов на него есть. Мы трусики на шамана продаем, да? Ну, вроде Настя хотела забрать. Настя хотела забрать голову, а трусики хотела продать, поэтому и вопрос. Но мы же обсудили это в начале рейда, что мы их продаем. Твои трусики. Мои трусики продаем. Угу. У меня уже двое трусиков надеты, один и другие сверху. Третий не надо.
все, хватит. Кому этот босс не нужен, плюс 7 поставьте. Амфарады и Байера надо засунуть. Лёх, тут в танка, да? Толкнуть кого-то. Шамана. Так. Во Фроста, наверное, лучше, да? Лужа там что, резист? За босса забыл начислить за прошлого. А я начислил. Так, все, БЦ скакнулся. Сейчас начислил. У меня Байер спрашивает, ему сразу сдохнуть или чуть-чуть подамажить и сдохнуть? Ну, а это ж не лич. Тут нельзя ж заруинить. Настя, я на тебя перекидываю, чтобы это не погрозило. Нет, нет, не надо, не надо, пожалуйста. Нет, я на тебя перекидываю, а потом обратно на себя. А, окей, нет, если так, то да, без проблем. Меня не напрягает эта табличка, я убираюсь. Я вот только из-за этого не буду. А чего, ты посидишь у нас на печеньке на шамане? Конечно. Лучинка тогда звездочку. Алоэ, ты поддержишь этот черепочек с босса? Хорошо. С босса? Черепочек босса. Понял. Там оно на платформе, где они стоят. Ага. Давайте, ребят, сопрот, пейте. Я чё?
же к бою! У нас слот! Повелителя глубин забери, пожалуйста, алоэ док. Босса, босса. Я один завис. Прохил алоэ. Подведите пэта, блин. Я заберу. Инра просто отцу. Ну, если сама встанешь. Вовремя. Кто ж знал-то? Энджи, подними гею. Быстрее добейте. Риск. Все убивается быстрее. Выкинула за риск. Блять, ДК вылетел. Лови, Войт. Войт, лови. Сука. Войт, лови быстрее. Вот он может поймать, он свободен. Чем шамана бить осталось? Да, бить шаман. Шторы, подними ЛР, пока тут подними вам. Ништяк, я снаружи инста. Инар просто вообще. Если есть свободные иннеры, по ДЦ дайте. Восемь секунд, звезда. Идите. Денчик, каску обнови. Сухопутная врасть, я пишет крыс.
кто скажет, что крыса не мразь? Амикадзе, ну что ты, отбежать не можешь, что ли? Здесь были сочетания. Не надо уже. Ангин на ману есть? Да, сейчас даю уже. Сейчас, 3 секунды, я потом. Вагоны. Че, поднимать Тимыча? Приморозился. Тимыча, поднимай. Тимычка, блядь, приморозил, у тебя много хп. Тимыч кого? Ньютона. Нет, 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 Элрея. Элрея. Дай лапу. Иннер, дайте по ДЦ, пожалуйста. А тут не трупами. Так, в меня трусики, пожалуйста. Просто пусть он тебе бабки отдаст, я ему передам. Слетаю пока за банками в Долоран. То закончились. А когда с деньги, ты скажи, я его перекину. Да, отдал. Сейчас пускай ждет тогда. Сейчас посмотрим. Лампа лавы, по-моему, да? Ёбаная Т5. Да, да, лампа лавы. Всё, я могу.
Рони, возвращайся в рейд. Можно нас с резистом сумму, пожалуйста? Выкину. Сейчас вас умнут. Куда этот моб взялся? Со стены пришел? Ага. Быстрее ловите трэш, залейте. Не надо много тащить сейчас, вот этих зальем, присумоним людей, пробавками себе пойдем дальше. Кто не в бою, ассист по порталу. Вы бы сбили сову, да, эту хрень, которая хилит. Она сбивается с собой? Конечно. Если его откинет, значит, у нас убьется. Подождите, дайте людей суманить. Он резист, а я лою дота. Они меня суманули. Я вижу тебя ночью. Трешак еще привел. Спереди. Войд не дотягивает до тебя. На пол дайте, пол ценю.
Вроде весь трэш. Угу. Там за боссом никого нет, да? Не, не видно. Ну, хорошо, тогда ДК посидит на боссе, а вы это что поскаете? Слуцы не вместе. Посмотрите, если бы ОЕшечки есть, крикните. Это лучше не. Ты, короче, под боссом стой, я к тебе по пачке буду просто подводить, ты будешь переагрываться. Да, я знаю, как это делается. Так проще будет. Только я босса могу так сорвать. Нет, крепку в середине ставлю. Ну ты массагер не жми. Так я не буду, я просто дамага могу сорвать. Да не сорвешь, там на полу есть вот. По ДКшнику. Не сорвешь ДК. Я обратно в шипы сейчас спекнусь. Готов, встаньте это по местам, ребят. Оставьте только танка в центре.